Всем привет! Это гайд по редактированию характеристик и навыков персонажа. В своем старом гайде я лишь рассказывал о том, как изменять характеристики, но не рассказал о том, как изменять навыки. Плюс появился более удобный способ, поэтому я решил записать новое видео. Итак, давайте начнем с редактирования характеристик. Например, я хочу скинуть реакцию до 5, а технику поднять до 20. Запускаем Simple Menu. Вводим тут цифру 5. Выбираем рефлексы. Set. Далее. Вводим тут цифру 20. Выбираем технику. Set. Проверяем. Вот, все перекинулось. Все нормально. Теперь я вам расскажу, как редактировать навыки. Например, я хочу скинуть клинки до 3, а уничтожение прокачать до 20. Запускаю, опять же, Simple Menu. Вот у нас Experience and Level. Для начала давайте скинем себе клинки до 3. Клинки у нас это Blades. Set. Теперь давайте поднимем уничтожение до 20. Уничтожение у нас это аннигиляция. Проверяем. Вот, пожалуйста, уничтожение стало 20, клинки сбросились до 3. Все работает хорошо. Вот, даже уничтожение покажу, видите, все тут. Но в результате переноса навыков у нас появились лишние очки способностей. У нас было 84, а стало 91. Чтобы избавиться от лишних очков способностей, также запускаем Simple Menu. Открываем Perks. И тут я ввожу минус 7, потому что у меня стало на 7 очков больше. Минус 7. Add. Закрываю. Теперь проверяю. Вот. Стало 84, как и было, до переноса навыка. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.